Всем добра и счастья, дорогие друзья! Вы на канале Мистер Момент One, а это продолжение прохождения игры под названием Little Nightmares 2. Забыл представиться, да? Как это бывает? Меня зовут Стас, если что. Пишите любые комментарии, ставьте лайки, не забывайте подписываться на канал, группу ВК, ну и все вот в этом духе, да? Все ссылочки найдете в описании. Ну а мы продолжаем с вами исследовать больницу, жуткую больницу, где мы встретили совсем недавно, очень необычного докторишку. Докторишку, который ползает по потолку и имеет избыточный вес. Можете посмотреть предыдущую серию, и вы поймете, про кого я говорю. На превью я его не стал спойлерить. Скорее всего, у нас еще будет с ним какой-то замес. После этого мы перейдем на следующую локацию. Так что давайте исследовать. Тут можно наверх залезть. А, ну нам и нужно наверх лезть, потому что вправо вверху там как раз проход. Ну ты что делаешь? У него судороги походу, у него ногу свело. Надо было вот так идти, да? Ага, хорош. Так, слева ничего у нас нет интересного. Делаем прыжок. Потом делаем прыжок. Хорош. И залезаем в трубу. Ну, не труба, это вентиляция, да? Давайте говорить правильно. Давайте будем не ошибаться. Кстати, что-то мне давно шляпок новых не попадалось, да? Ну, их вообще, в принципе, в игре не так много. Чё-то не знаю, мне ведро уже поднадоело. Можем быть в комплекте с ней? Типа, она желтенькая, и у меня шляпка желтенькая. Плюс лицо у Мона видно. Мона, кстати, зовут главного героя. Мне подсказали в комментариях, спасибо. Бля, ну как обычно, духотищенько. Естественно, мы надели самую неприметную шляпку. Вот, думал, сейчас шестая заденет баночку, и это было бы, конечно, не айс. Какая же ты тварь. Ой, ручки помыть решил. Ну, надо чистыми руками работать, это понятно все, это все понятно. А мне кажется, или батареечка вон в том ящике, где он копошится, находится? Бля, да посмотри какой он. Одно действие сделал и пошел руки мыть. Какой чистюля. Просто почему-то мне кажется, что батарейка там лежит. Но я точно не смогу туда добраться. Живой чел. Мы чего будем убивать? Ну. Походу. Ну,
А, то есть он включает и что-то делает. У меня есть время. У меня есть время взять батарейку. Так, а как? А можно залезть? Он там борется за жизнь так-то. Ладно, в жопу. Прячься, блядь! А-а-а, сука, он проверил! Он проверил, ублюдок! Тогда нам нужно просто щемить. Просто щемить надо. Дверь, пожалуйста, открывайся. Скольжением у меня проблемы. Пошел нахуй, дебил, блядь. Бля, как же жестко. Успел. Сука, с этим скольжением проблемы. Ладно, дубль 2. Если скольжение будет, то будет все проще. Давай, 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 давай. Так, кое-как пальцы выгнул. Еле-еле. Давай, 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 блядь, ты не тупи, пожалуйста, не тупи. В печку. Узнай зачем. Ну ладно. Сейчас сожжем. Закрывай, 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 закрывай. Охуеть. Она руки греет от него. Какая она жесткая. Блин, у нее кукуха точно поехала, потому что мы уже замечали несколько моментов, когда она вела себя, ну, немного неадекватно. Типа у манекена там пальцы вырывала, еще как-то там жестоко обращалась с вещами. Ну, то есть, короче, прям видно. Тепло, хорошо, да? Давай тоже погреешь. Да уж, да уж. Получается, мы только училку не убили. Команда желтиков. Потому что охотника мы вроде как застрелили, а вот этого врача мы типа сожгли. А училку мы ничего. Ничего с ним сделали, мы просто убежали от нее. Отправляемся наверх, я так думаю, на крышу. Госпитализация. Тебе точно не требуется никакое дальнейшее лечение. Ну, этому чуваку точно уже ничего не требуется. Здесь ничего интересного нет. Давайте двинемся дальше. Опять телевизор будет, опять сцена. Ну еще у меня есть фонарь.
Ну тут вроде как светло. Если баночка, ну, автомат есть с баночками, значит, они где-то пригодятся сейчас. Кнопка где-то будет, которую надо кинуть. Да, да ты как этот, блин, енот, все пытаешься схватить, только у тебя не получается. А что, нам нигде ничего не пригодится, что ли? Не застревай, пожалуйста. Ну, музыка такая приятная, эмбиент пошел, я думаю, что это. Что сейчас будет конец локации и кое-какое затишье. Банку на всякий случай возьму с собой, чтобы потом не возвращаться. Ну, вроде как, она не понадобилась. А зачем этот автомат нужен был? Не понял. Ну, ладно. Опять на улице. А ливень так и хлещет. Давайте традиционно исследуем дальнюю часть. Может быть, там что-то будет? Но традиционно мы исследуем дальнюю часть и традиционно находим обрыв, который просто ограничивает проход. Ладно, ничего против не имеем. Давайте двигаться дальше. Я, кстати, думаю, что мы уже больше половины прошли, потому что вроде как 5 глав, 5 локаций. Больницу только что мы закрыли. Это третья была, значит, еще 2. Интересно, свет тут падает. Ага, тут никак. Ладно. Чё, блядь? Это что? Блин, обрыв, не могу посмотреть. Ну, то ли это одежда падает? То ли что-то... Это что? А нет, это не одежда, это люди. Эй, очнись. Не хочет. Наконец-то приятная музыка. И чел просто повешенный такой. Опа. А он без лица? Он слеповатый немножко будет, да? Ну, типа, я так и понял, что они выпадают, потому что ничего не видят. Они просто на окна. А вот с телевизором это что-то уже совсем другое. Пнула такая его. Ну, он труп.
Стай, ты идешь? Что-то отстаешь. Они все на телевизор идут, что ли? На музыку. Кстати, она не крадется. Все, они полностью зомбированы, им вообще пофиг. Сука. Ну трогать их не надо. Ну я просто проверил, мне интересно было. Просто было интересно. Давай, шестая, подкинь меня. Хупа. Чел в ванной сидит и телевизор этот смотрит, залипает. А музяк прям такая кочевая. Эх, я уже телевизор не смотрел много-много лет. Ну, нет, не много-много лет, конечно, когда у родителей бываю, у них там работает, так заглядываю, но типа так вот, неосознанно. Чё, ты мне предлагаешь туда прыгать? Еще выше поднимаемся, а куда же мы идем? Любопытно. А подожди-ка, а мне что, прыгать надо, что ли? А шестая не прыгнула. Нормально. То есть я должен открыть ей сейчас лифт с той стороны. А ключик-то я где найду? А, он где-то повыше. Но я и этот рычаг не могу дернуть. Понял. Все понял. В целом-то все понял. А, вот так быстро? Первый попавшийся ящик дернул, и там уже ключ лежит. Хорош? Угу. Так, отсюда я пришел. Давай-ка ты меня подкинешь еще разочек. Самое интересное, почему она подкидывает его, если, по идее, он должен был подкидывать ее, так как она легче. Хотя, может, ее веса бы не хватило, да? Вот, типа, рычаг сдвинуть с места, что она похудее, поменьше. Че, все? Села такая в лужу. Это, конечно, все интересно, а как мне выше-то подняться? Типа, если я рычаг здесь нажму, теперь я выше поднимусь? Или как? Нет? А
что тогда этот рычаг дает? Ну, я пока не выкупил, извините меня, но я пока не выкупил. Что он мне дал? Может, тут что-то есть? И она как-то мне не подсказывает. Обычно она куда-то идет. Ну и... ясно становится, что как. Еще раз надо рычаг? Я же его дергал. А она не заходит в лифт. Может, мне надо вернуться вниз? Ну, нам изначально показали, что выше еще есть локация. Можно выше куда-то идти. Обратно не дают, не пускают. Ну, только на лифте вниз. Но самое интересное, что она здесь остается. А, слева стенка. Давайте еще раз внимательно посмотрим, потому что я не понял, что делать. Может быть, как-то... Нет? Может, как так? Но надо открыть. Я не знаю. Ну нет, здесь явно тупик. И опять, видишь, рычаг. Может, его поддержать надо? Прыгать я могу только вправо. Но я повторю тот же путь. И что мне это даст? Нет, фигня какая-то. Чё-то не то. Чё-то как-то я не понимаю. Слева у лифта нету прохода. Thank you.
Видишь? Ой, ебаный, блядь. То есть здесь она мне прям подсказывает, что типа вот надо прыгать туда, надо прыгать в лифт. Все, проблем нет. А дальше какой-то ступор. Может, я баг поймал? Может, сейчас по-другому будет? Активировал лифт. Тут открыть не могу. Не получилось. Еще раз. Залез. Сейчас буду залазить дальше. Беру ключ, открываю, выпускаю шестую. Шестая мне помогает дернуть рычаг. А не будет опять от этого пролета? Ключ взял. Выпускаю ее. Она идет сюда. Что дает этот рычаг? Что он дал? Что-то он включил? Камера ничего не делает. Не, я не знаю. Может быть, конечно, кто-то более догадливый. Но вот что делать в этой ситуации дальше, я абсолютно не знаю. Ну, типа, там протекает потолок. Ок, и что? Единственный вариант — это возвращаться вниз. Но я влево запрыгнуть не могу. Что этот рычаг дает? Типа, если я в этом лифте... Сейчас спущусь вниз. То что будет? То есть вернуться назад... Чтобы вернуться назад, мне нужно запрыгнуть на лифт. А слева стенка, я не могу прыгать слева. Опять рычаг. Шестая, может быть, ты со мной как-то пойдешь? Бля, я не понимаю, я не знаю, ребята. Я должен был... Бля, сейчас все заново. Это жестко. Это жестко, ребятки. Это жестко. Но возможно вернуться назад. Я понял как. Вопрос, что дает тот рычаг? Я немножко не вкурил. А так, типа, нужно прям сразу спрыгивать сюда, потом спрыгивать туда. И все в этом духе.
что? А если я буду открывать шахту, когда она будет в нижней позиции? Не в верхней, а в нижней. Я рычаг не смогу нажать. Ну, просто интересно. Давай попробуем. Так, вот она в нижней позиции. Ее здесь сейчас не будет. Ну, в принципе... Это как? Это как? Это рычаг просто вызов лифта наверх, что ли? Так, что ли? Ебать, то есть я должен был сейчас вот спрыгнуть на крышку лифта, чтобы подняться выше? Ебать, они замутрили. Не, они же первый раз показали, что надо выше подняться, но я не понял, что это связано с лифтом. Блин, ну, наверное, это мой затуп, но если честно, мне кажется, объективно это не очень очевидно. Ну, не очень. Слева нам еще показывали призрачные останки. Давайте до следующей контрольной точки сейчас дойдем. И на этом закончим. Ну, а я без гайдов разобрался сам. Сам разобрался, да. Можете меня похвалить в комментариях и сказать, какой я молодец. Так, собрали. Интересно, что-то это даст? Повлияет как-то на финал, на концовку, нет? Подожди-ка, там что? Птица в банке? А кто здесь жил? Кто-то жил. И кто-то вместо бутылочки решил подвесить мертвую ворону. Лады. Как еще этот лифт работает спустя столько времени? Вот. Фантастика. Я больше поверил в толстого лазающего доктора, чем работающий лифт. А, красотища. А, мы идем туда, на транслятор, типа. Око Саурона, блин. Ну, реально похоже. Я так понимаю, мы на эту телевышку двигаем. Сюда лезть. Хорошо. Ну, так-то еще далековато. Я не знаю, как мы за две главы преодолеем это расстояние, если, конечно, не будет какого-то жесткого среза. Так. Ты мне доверяешь? А зря. Сейчас скинуть ее. А, вон оно как. Как у нее силёнок-то хватает? Ну, а я понял, как хватает. Она же это, постоянно Нома подкидывает. Мона. Вот, и у нее бицуха развилась, и поэтому она стала сильной. Высоко забрались, однако. Так, контрольная точка вроде была здесь, да?
Все, шестая здесь. Давайте на этом и закончим с вами. Что ж, ребятки, игра мне, по крайней мере, вот я прохожу, она абсолютно не надоедает. Есть немножечко душных моментов, или вот где я чуть-чуть сам туплю. Ну, там еще вопрос, конечно, кто там виноват в том, что я туплю, да, я или разработчики. Но в целом, отличная игра. Приятный визуал, нравится вот это вот путешествие, путь, атмосфера. Классно, классно. Вот, так что продолжаем проходить. Также по 2 серии в день. Не пропускайте. Получается, в 10 утра по Москве и в 7 вечера по Москве. Каждый день выходит по 2 серии. Стараюсь, по крайней мере, выпускать. Заглядывайте. Пишите любые комментарии, ставьте лайки. Подписывайтесь на канал, Telegram, группа ВК и на Бусти по возможности. С вами был Мистер Момент. Будьте здоровы, смотрите только хорошие фильмы и играйте только в хорошие игры. Всем удачи и всем пока.